С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте! Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» вернулся в Париж в концертной версии. Парижане и гости столицы смогли насладиться одним из самых любимых французских мюзиклов в эстрадной версии. Грандиозный концерт посвящения «Нотр-Дам де Пари» состоялся в переполненном парижском спортивном дворце Берси на левом берегу Сены. С момента премьеры творения композитора Рикардо Качанта и автора либретто Люка Пламандона прошло 13 лет. Солисты и кумиры публики Элен Сигара, Гару, Бруно Пельтье, Даниэль Лавуа выступили здесь в сопровождении симфонического оркестра, а исполнителям подпевал зал. Под небом Парижа мюзикл по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» дебютировал 16 сентября 1998 года. Спектакль шел в разных странах мира, выходил в самых различных версиях на всех континентах. Диск с записью мюзикла разошелся по свету рекордным тиражом в 7,5 миллионов экземпляров. Абель в исполнении Гару была признана лучшей франкоязычной песней второй половины 20-го столетия. С тех пор солисты постановки превратились в суперзвезд эстрады. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbn-tv.ru. Далее в выпуске новости спорта.